А вот кто финансирует политическую силу Олега Ляшко? Финансовые источники радикальной партии тоже должны представлять интерес для антикоррупционных органов. Так считает народный депутат Сергей Каплин. Журналисты, независимые агентства, которые проводят расследование, утверждают, что радикальная партия в течение всего этого времени финансировалась, продолжает финансироваться олигархическими структурами. Туда вливаются средства, награбленные украинского народа. И таким образом Олег Ляшко вместо своей бандой продолжает поощрять коррупцию и дальше дерибанят украинский бюджет. Мы требуем от имени ряда народных депутатов, общественность, провести расследование со стороны НАБУ настоящего происхождения доходов Олега Ляшка.